Мы передали нашим пожарным частям 7 единиц техники. И сегодня 51-й части в Охтаге мы передадим уникальное, пока еще единственное средство пожаротушения для, в нашей противопожарной службе. Это универсальный автомобиль, который может использоваться и как емкость для воды, и как лестница 24-метровая, и как насосная станция. То есть это автомобиль, который может выполнять самые различные задачи. Кроме того, мы передадим оборудование, предназначенное для защиты самих бойцов и тех, кого они спасают из пожара. Все это сегодня наш вклад в обеспечение безопасности жителей в Охтаге. Нужно сказать, что сегодня наши силы и средства гарнизона, они получают новую современную технику, учитывая, что риски чрезвычайной ситуации, пожарной безопасности, они сегодня во многом возросли с учетом роста экономики области, новых технологий. Чем эта машина хороша, что она на самом деле выполняет несколько функций одновременно. То есть она привозит 4 тонны воды, то есть она работает как простая автоцистерна пожарная, имеется в виду, да. Естественно, здесь есть насос, и насос, чем хорош, он среднего расположения, то есть он находится в кабине, то есть водителю в зимних условиях очень хорошо и работать имеется, он уже не на улице находится, а прямо в кабине. И третье, один из хороших таких результатов, что она работает как лестница, то есть может спасти людей или подать, допустим, воду где-то до уровня 7-го этажа.